вами я, Алиса, и вы на канале Алиса Изи. Хотите узнавать больше об уходе за хомячками и их жизни? Подписывайтесь на мой канал, а также в мою группу ВКонтакте. Ссылка на нее будет под видео. Сегодня хомячатам уже 15 дней. В 14 дней глазки у всех хомячат уже открылись, и они с еще большим азартом изучают окружающий их мир, бегают по клетке. Мама-хомячиха по привычке пытается их собрать, но все чаще просто не обращает внимания. Чему научились малыши за это время? Некоторые из них нашли поилку и пробуют из нее пить. Водичка – это не мамино молочко, но тоже очень вкусненько. Теперь хомячата уже меньше спят и большую часть дня проводят за едой, играми, покусалки и изучением клетки. С 14 дней хомячат уже нужно брать в руки, если их мама не против. Как она отнесется к тому, что вы берете малышей, вы увидите по ее реакции. Спокойно их потом принимает, все отлично. Если долго после вашего запаха вымывает, берите деток ненадолго или пока не трогайте. Все мамашки разные. Мы кормим свою стрелку, понемногу убираем в клетки каждый день. И теперь и она относится к играм с ее детками нормально. Может, это еще потому, что стрелка родилась и выросла у нас, и хорошо знает наши запахи, и не боится за своих деток. Главное правило, когда берете малышей, перед этим вымыть руки. Да, человек не менее опасен для хомячка, чем сквозняк. Мы для них переносчики бактерий. Это касается не только маленьких хомячат, но уже и взрослых хомяков. Я никогда не беру хомячка невымытыми руками. Зачем брать малышей на руки? Чтобы приучить их с детства к человеческим рукам. Дать понять, что человек – это не опасно, а спокойно и иногда даже вкусно. То есть, когда берете хомячонка, делайте это в безопасном месте. Не поднимайте его высоко над поверхностью. Падение с большой высоты для них смертельно. Во время общения давайте ему вкусняшки, кусочек листа салата или кусочек тыквы. Понаблюдайте, что ваши малыши любят, тем и подкармливайте во время игры. Да, тяжело приучить всех, но особенно если родилось много деток одного окраса. Но понаблюдайте, кто пока неохотно идет на руки, с тем и общайтесь. Если совсем вас боится, то есть вещей, когда берете, то пока ограничьтесь прикормом такого хомячонка через прутья клетки. Пусть так привыкает. Лучше не насиловать животное, для него это стресс. А сейчас видео привет. И чтобы передать видео привет, вы должны быть подписаны на мой канал на YouTube, в мою группу ВКонтакте и сделать ВКонтакте репост моего последнего видео, а под ним написать: от кого привет, кому и из какого города. Сегодня привет Тимуру Сулейманову из города Петропавловск. Привет, Тимур! Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, а также в мою группу ВКонтакте. Ссылка на нее будет под видео.